В последние годы страна прошла большой путь. Удалось принять меры для экономического развития. За последние 3,5 года мы видели совокупный рост ВВП. Самый активный рост в регионе – 14%, а инфляция осталась низкой. Увеличились реальные доходы населения. Конечно, нам еще нужно многое сделать, чтобы повысить уровень жизни граждан Молдовы. Решить проблему низких зарплат вице-председатель Национальной конфедерации профсоюзов предложил двумя возможными способами. Один из них – ввести единую зарплату. Молдова единственная европейская страна с самой низкой зарплатой и с большим количеством зарплат. Мы всегда просили социальных партнеров ввести в стране единую зарплату. Самая низкая должна быть такой же, как прожиточный минимум. Сейчас это 1507 леев. Вице-председатель Конфедерации профсоюзов говорил и о пенсиях. У большинства пенсия сейчас составляет 60-65% от прожиточного минимума. 90% пенсионеров за гранью прожиточного минимума. Только 10% из полумиллиона пенсионеров хватает на достойную жизнь. Николай Георгиев заметил, что рост зарплат, как и поступления в бюджет, зависит от роста экономики. По его словам, данная миссия МВФ не обсуждала условия очередного меморандума с Молдовой. Сделает это новый руководитель миссии в республике Макс Альер, который до этого 4 года проработал в Украине. Инга Чеботар, Виталий Драгалин. Сегодня в Молдове.